Давайте посмотрим, как показывает камера, на каком расстоянии. Сегодня камера i450L второй модификации с фокусным расстоянием 2. Обратите внимание, что у нее вот этот кронштейн металлический. А сейчас установил камеру i650M, да? У нее кронштейн уже пластиковый. То есть тут все металл, а там все пластик. Здесь он пластиковый. Пластиковый сам корпус камеры 2,8. До камеры 20 метров. Даже с небольшим. Вот так меня видно. Можете посмотреть, оценить. Я еще сам не видел, поэтому просто снимаю и вам показываю. Для чего нужно камеру в 4 мегапикселя? Ну, потому что можно использовать широкий угол, и на большем расстоянии будет видно лучше лицо человека и номер автомобиля. Данная камера имеет модификацию L. Это значит, что она ночью включит подсветку, обычную светодиодную, и в этом переулке просто будет светло, и можно будет самостоятельно пройти. Я считаю, это большой плюс. Сейчас мы находимся на 12 метрах до камеры, и в принципе это как раз та зона, которая требуется нам для того, чтобы определить человека. Калитка находится на 7-8 метрах. Если подойдет человек, мы сразу увидим это на камеру, что человек подошел к калитке, и, возможно, скорее всего, мы увидим и лицо. То есть, когда он подходил на этом расстоянии, мы сможем узнать знакомых людей. Хотя опознать прям совсем чужих людей, возможно, будет сложно. На 2 мегапикселя. Кстати, на этот переулок смотрит еще аналоговая камера в 2 мегапикселя. Есть такой большой вопрос, какую же систему выбрать, аналоговую или IP? Если аналог, то чаще всего выбирают камеры в 2 мегапикселя, потому что на 2022 год хороших регистраторов, которые позволяют записывать аналоговые камеры в 4 мегапикселя, и чтобы стоили недорого, и их нету. Их по большому счету нет, особенно если мы говорим про 8 каналов, 16 каналов. А для загородного дома необходимый минимум регистратора — это 8-канальный. Значит, по поводу аналог или IP, у аналога есть одно неоспоримое преимущество в цене. Цена аналоговой камеры значительно ниже IP-шки, но качество картинки будет заметно хуже. И у аналога есть еще один плюс, у Hikvision. Это возможность интеллектуальных уведомлений. То есть он определяет не только то, что движение какое-то в зоне, а именно, что движение человека в зоне конкретно. И вот у нас сейчас настроено уведомление, когда я нахожусь вот сюда, вот подойду, у нас срабатывает сигнал о том, что, и мне приходит уведомление на телефон о том, что человек подошел к калитке, ну, допустим, почту положить. Если мы говорим про вот интеллектуальные функции, то в HiWatch, в аналоговых регистраторах эти функции есть. Регистраторы не очень дорогие, я бы даже сказал, бюджетные регистраторы, и такая классная функция в них есть. А если мы берем IP-систему, то нам нужно выбрать уже достаточно дорогие модели. Далеко не все единицы камер HiWatch имеют, я вот здесь напишу, какие именно, имеют на 2022 год, имеют возможности интеллектуальных вот аналитики. Аналоговый рек, мы взяли аналоговый рек, к нему несколько каналов можно включить уведомлений, и это классно и здорово. Вот. Дальше мы вот на 6 метрах, и сейчас, вот смотрите, расстояние, наверное, ну я уже камеру вижу, она прям совсем рядом, на тестовом стенде, я сейчас покажу. Вот она камера, находится на штативе, на подвесе от фотокамеры. Вот сейчас, ну, мое лицо будет видно, и если кто-то потянется за камерой, ну, он как минимум пройдет по переулку, и мы узнаем, кто это был. И поэтому камеру нужно устанавливать так, чтобы до нее не смогли дотянуться и просто ее открутить. Ну, хотя бы для этого им нужно на табуретку встать или как-то подпрыгнуть и так далее. А лучше всего камеру устанавливать на специальные распаечные коробки. Во-первых, камера будет дольше работать без всяких сбоев и прочего, потому что контакты будут находиться во влагозащите, ну, на них не будет попадать влага, и они от этого будут работать дольше. Поэтому делайте видеонаблюдение правильно. Все.
На этом все. Хотел показать, какие у нас яблочки тут. Видно? Такие аппетитные, красные, красивые.